Все корейская еда. Знаешь, что надо сзади такие баночки открывать? Так удобно, зачки. Соус. Это не соус, это надо выкинуть. Это обязательно надо выкинуть. Это аккумулятор влаги. Вот это. С этим не варить. Выкинуть. Аж сразу остро стало в носу. Каемочка. А куда надо? Сколько воды надо набирать? Холодная вода и 2 минуты микроволновки. Эту берем, да? Наша кастрюлька как раз идеально для... Токпоки готовы. Мягкие. Токпоки. Пробуем. Одну. Острые рисовые клёцки. Горит. Для того, чтобы потушить огонь, нужно пить молоко. Обычному россиянину надо, наверное, 1/4 от этой порции соуса. Горит огнем. Хорошо, что у нас 2 туалета. По-другому никак не скажешь. Это будет капец. У меня уже все горит. Молоко для запивания. Пинцетом хирургический. Круче всего кушать пинцетом. Еще одна адская смесь добавляется. А, это зеленюшка. Как раз посетовали, что у нас лука нет. Они позаботились о нас. О, вкусно пахнет. Так, и сверху токпоки. Там еще не весь соус домешался, но это уже огонь. Для обычного россиянина. Это просто адская спесь. У меня лоб уже. Это огниво. Огниво. Как они живут. Но вкусно. Кимчи действительно. Вкус кимчи. Конечно, их лапша отличается от нашей, даже той, которую продают в магазине. Ну, нормально, кушать можно. Действительно, потом привыкает рот уже и естся нормально. Она острая, но прям не огненная. Конечно, наша горчица после этого, этой лапши, детская приправа. Огонь горит, не тухнет. После вкуса кошмар. В процессе, пока ела, было хорошо. Сейчас попить. У нас такая в зеленой упаковке. Такой красивый коричневый цвет. Пробуем. Острым не пахнет. Прям не пахнет совсем. Ну, скатерть уже запачкала. Только свежий скатерть постелила. Сочетание несочетаемого. Сладковатое и острое. Омлетик я пожарила. Это, наверное, мне меньше всего понравилось из всех 3, которые я попробовала. Пока. И жирная какая-то. Все губы прям жирные. В меру. Такая острая, но в то же время сладкая. Самое, наверное, дурацкое сочетание сладкого и острого. Вот для меня непонятное, скажем так. Короче, это не фонтан. Из 3, какие мы попробовали, это невкусно. Невкусное, можно так даже сказать, да? Даже туалет не нужен. Остались у нас последние 2. 2 лапши. Это с кимчой у нас красное. Это просто острое, да? Так, теперь пробуем. Прям остро пахнет, остро-остро. Кстати, когда остро, взбиваем молоком с клубникой. Ну и чё? Очень глаза вылезли от вот этой. Так, значит, сначала это пробуем. Черные получились, черные очень острые, да? Остро, но жить можно.
Какой острее? Черная? Жопа. Так, кимчи. Это совсем ожог слизистой. Хочешь попробовать? Черная мягче, да? Жопа как остро. Ну, он мягче. Догоняет. Подожди. Вот черная с упаковкой, вот такая. Мы две раза черные кушали. Она вот в начале процесса, когда ешь, нормально. Потом все, горят губы, горит рот. Это кушаешь, которая с кимчи красной. Она горит, но в процессе, но не так сильно. Это потом вот просто губы, рот, ничего, уже рецепторы не чувствуют. Здесь хоть вкус кимчи есть. А здесь ожог слизистый. Короче, обе острые невозможно. Так, у нас водоросли. Вкусно люблю чипсы. Есть невозможно. Невозможно. Есть невозможно. Пришлось промыть. Там вообще отмыли. Я наполовину отмыла, но это вообще атас. Уфухли. Слезы. Рот горит. Вообще несъедобное в том плане, что слишком острое. Самый вкусный и самый невкусный. Самое вкусное это розовое. В меру острое. Что она там? С сыром, да? Сыром с очень вкусно, с сыром с курицей. Это вообще невкусное. Это как с бобами. Она коричневая, сладкая, острая, сладкая, противная. Вот вообще не на мой вкус. Это чеджамён прям. Красный и черный брать нельзя. Я люблю острое. Я умею есть острое, но это невозможно. Рот горит, рецепторы все. Они уснули. Сгорели в пожаре красного перца. Вот если покупать, то вот только такое розовое. И острое, и вкусное, и вкус можно понять лапши. Здесь даже вкус лапши непонятен. Просто огонь во рту. Вот как нарисовано огонь. Вот такой огонь и идет изо рта. Потом он будет с другого рта. Ну что, поели лапши. И обзор сделали. А такпоки, которые я не показала вторые, вот они были вкусные. Они странные были. Они были сладкие и кислые, и острые. Но есть их было возможно. Потом уже привыкаешь к этому вкусу сладко-кислому какому-то. Прям они были сладкие, как вот в варенье, как будто. Но они были вкусные. Как бы интересные, чтобы попробовать. Вот этот чаджамён, прям вот чистый чаджамён, острый, противный. Я его не люблю. Это вообще не брать.